знаю, я правда не знаю. Что, Маша, что случилось, ты не можешь сказать? Нет. Куда ты? Маша, я не понимаю, что это было. Я не знаю. Ладно, извини, давай дальше танцевать. Маша, если ты не хочешь со мной танцевать, так и скажи. Я пойму, правда. И я не обижусь. Юра, что ты? Я очень хочу с тобой танцевать. Ой. Ну так тогда что ты вообще делаешь? Я понимаю, вы, девочки, любите поломаться. Что? Ну, я не знаю, я это просто услышал. Я хотела сказать то, что я понимаю тебя, но... Маш, ну и ты меня пойми, что... Короче, давай дальше танцевать. Ну окей, давай. Маш. Чего? Ничего. Я не понимаю, я не тоже стесняюсь, все очень. Что-то я как-то окнулась, я не знаю. Маша. Что он делает? Что он делает? Я не могу, я не выдержу. У меня такое чувство, будто бы снова та девочка, та маленькая девочка. Прям так сильно ощущаю себя той маленькой девочкой, когда еще с вами дружили. Такой же, как Юра, вот такой же. Аж ты такая красивая. Будто бы я снова стала маленькой. Его я вижу взрослым, не таким, как я сейчас ощущаю себя. Наверное, это все просто в моих мечтах. Что это было? Ну, мы танцевали. Тебе понравилось? Да. Ну, пойдем отдохнем. Пойдем. Я вам предлагаю поиграть в разные игры. Вот, например, будем играть в мою любимую игру. Потом будем играть в любимую игру Маши и в любимую игру Яны. Как вам идея? Неплохая идея, я согласна. Маша, ты как? Идея-то неплохая, хорошо. Только у меня нет любимой игры. Ничего страшного, сейчас будем играть в мою самую любимую игру. А какая твоя самая любимая игра? Моя самая любимая игра – это правда или действие. Ух ты, я знаю такую игру.
Это разные задания, да? Ну да. Хорошо. Кто будет начинать? Вернее, кто будет ведущим? Не знаю. Могу я начать. Хорошо. Ну давай, начинай. Итак, это отличная идея. Спросить у Маши то, что меня так интересует и даже беспокоит, наверное. Не знаю почему. Сейчас я у нее узнаю то, что я хотела, но не сразу. Но все делать очень осторожно. То подумают еще не то, мне потом будет стыдно. Мне и так стыдно, что я вообще делаю? Ну просто делаю, как чувствую, и все. Для начала я хочу спросить Яну. Яна, правда или действие? Даже не знаю. Ну давай, правду. Хорошо. Расскажи мне о своем самом смешном случае из твоей жизни. А, это я могу. Хорошо, у меня их несколько. Ну давай. Во-первых, когда-то давно Маша была на качели, потом она с нее свалилась. И мне было смешно, это было реально очень смешно, Юра. Просто она берет и падает с качели, понимаешь, что так смешно было? Я просто тогда не знаю, чуть ли не на траве была готова валяться со смеху. Я не понял. Мне что это? Послышалось? Мои уши меня подводят? Или я на действительно? Что? Как можно было? Маша, моя Маша. Ой, что я говорю? То есть Маша упала, ей было смешно? Я бы на её месте ей помог, поддержал её. В общем, я бы Машу поддержал. А ей смешно. И это называется самый смешной случай. Что-то мне это не нравится совсем. Ладно, не буду об этом ей говорить. Хорошо, Яна, а что еще? Как же так? Неужели Яна действительно до сих пор считает это смешным? Ведь мне тогда было очень обидно. Что ж теперь? Интересно, как на это Юра отреагировал? Не знаю. Итак, еще был случай. Надо вспомнить. Что-то еще смешное было с Машей связано, со мной тоже. Я не помню всего, Юра. Это трудно. Что-то еще было смешное. Вот. Достаточно много, короче, историй. Потом расскажу, если вспомню. Ладно, Яна, я тебя понял. Этого достаточно. Хорошо. Да. Слов у меня, конечно, нет. Такая себе подруга, конечно. Так, сейчас, получается, будет Яна. Давай, Яна, кого ты спросишь? Я спрошу тебя. Вернее, выполни-ка действие. Хорошо, давай. Какое? Ну, Яна, я жду. Да я думаю. Так, ну тебе совсем не понравится мое задание. Ну, давай уже. Не тяни интригу, Янка. Ты должен... Вернее, сейчас слушай мое задание. Хорошо. Скажи Маше, что ты ее любишь. То есть подойди к Маше и скажи: я тебя люблю. О, Яна, тебе не кажется, что ты уже слишком? Почему? Почему? Это мое задание. Я хочу, чтобы ты так сделал. Господи, мне же стыдно потом будет. Ты хочешь, чтобы я потом краснел весь вечер, если не больше? Ну, ничего не знаю. Выполняй. Что ж делать? Блин. Ну ты меня устроила, Янка. Ну ты мне задала, конечно. Слов у меня нету. Вот и как, по-твоему, я это скажу? Не знаю, как хочешь, так и говори. Главное, чтобы ты выполнил мое задание. Да, я тебе это, Яна, припомню. Юра, ну просто... Ну просто это же игра. Я хочу, чтобы было интересно. Да понял я, понял, ладно. Ладно. Господи, я на такое не рассчитывал. Это перебор.